Привет, мои дорогие друзья и гости канала. Как и обещал, показываю вам итог вывода гусят. Кто смотрел, я говорил, что должно быть 14 штук. 10 я забирал, 2 оставалось под тут индюшкой. Хорошо проклюнутые, которые уже должны были вылупиться. И 2 еще только стучали. Так и получилось. 14 утят. Ой, 14 гусят. Все вывелись. Порода здесь датский леггард и крупная серая. Это нам получается сегодня третий день. Сидят они у меня в брудере, кушают корм, пьют водичку. Ничем я их не грею. Вот такие красавчики. Получилось 11 датского леггарда и 3 серых. Те, что вот такие серенькие, рябенькие, они потом будут белые, потому что датский леггард может выводиться рябеньким, но потом при оперении он встает чисто белым. А может быть сразу чисто белым. Никто сегодня подстилку не поменял, потому что я сегодня на поле. Это радостные события, а есть еще и плохие события. Есть видео, где мы с Богданом пасем коров. Вот под конец дня, уже практически 6:30 вечера, когда мы уже коров должны были гнать домой, Богдана укусила оса. У Богдана пошла отечность. Богдана сразу забрали в больницу. Кололи уколи, уколы капали. И мне пришлось 2 дня, сегодня второй день, пасти самому, потому что пастухи, те, которые пасут коров, отказались принципиально. И никто не захотел выйти. Вчера все было хорошо, а сегодня после обеда я просто не могу встать на ногу. У меня в колене такая боль, что невозможно просто ступить на ногу. Я не знаю, что это и что делать, но это просто не передать словами. Богдана сегодня выписали из больницы. Он под вечер ко мне пришел. Я уже встать на ногу не мог. Просто переставлял ее с места на место. Богдан побежал заворачивать корову. И корова копытом дала ему в его ногу. Тоже в правую. В общем, мы теперь 2 инвалида. А нам еще почти 3 дня. Тетя Валя говорит, езжай в больницу, делай какой-то снимок. Или в травмпункт, пусть что-то тебе дают. Но никак нельзя поехать, потому что еще 3 дня пасти коров. В общем, не знаю, как оно будет и что оно будет, но вот такие у нас новости. Вот такие у нас гусятка. И вот такие новости. Всем спасибо за просмотры. Всем всего хорошего. Всем пока-пока.